возвращается в центр. Еще один перевод налево. Открывается под воротами партнер. И здесь Федотов ждет, когда шайба выскочит, но она не выскакивает, а оказывается под ловушкой у Павла Комча. Раз за разом партнеры меняются. Бросок Зырянова неприятный для Тихомирова. Михаил Сидоров. Хохлов. Подключается передача. Красота. Энтони Камара открывает счет в этой встрече. 1-0 в пользу нефтехимиков. Мы отмечаем Илью Хохлова. Он так вот посмотрел, что Камара открыт, и как раз доставил шайбу до этого канадского нападающего нефтехимик. Выйти из зоны не получается. Перехват. Справа Егор Попов принимает эту шайбу и бросает, но Комченко вытаскивает. Файзулин. Последние 5 секунд. Прострел в сторону ворот. Бросок ближний. Угол. Два подряд броска от Шевченко. И далее Чебыкин ждет, 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 но никак не дожидается этой шайбы. Поначалу этого периода заметно больше именно у Комченко. Ух ты, какой хитрый вход от Шинкурука, уже не первый раз в этой встрече. Выходит шайба в нейтральную зону. Павел Порядин, его скорость. Порядин низом и не переигрывает Комченко. Ну а далее подбор за Метальниковым. Как-то удалось здесь в последний момент прижать свой корпус ко льду голкиперу. Здесь ему нужна хорошая позиция. Еще раз Порядин с острого угла. Сам же шел на добивание. В итоге его сразу же вжух оттеснили оттуда. Выиграет борьбу борт. И шайба доставлена под ворота туда. Ну и в итоге Тихомиров все же ставит игру на паузу. Ну и, соответственно, поздравляем Андрея Тихомирова с Сухаренко.